Госдума утвердила поправки, которые касаются злостных автонарушителей. Лихачей в стране много, штрафы их не пугают. Ради внимания к себе, так называемого хайпа, они идут на любые риски, а это небезопасно для окружающих. Более того, свои подвиги автохамы выкладывают в соцсети и зарабатывают на этом. Депутаты внесли достаточное количество пунктов, которые жестко регламентируют подобное поведение на дороге. Тех лихачей, которых уже ловили, ожидает лишение свободы до 2 лет и штраф до 300 тысяч рублей. Либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Водителям, которые уже имеют за подобные нарушения судимость, тюремный срок до 3 лет, штрафы до 600 тысяч рублей.